В этот раз у нас есть бабки, чтобы проехаться нормально, как люди. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где мы можем заработать на килограмм мяса песнями, плясками? И... А вы нам заплатите, если мы спляшем? Нет. 300 рублей. Ага, сейчас. Ну, все сейчас равно, прям. Доброго утра. Сейчас помоюсь и в 300 рублей вам дам. Да? Да, с пенсии. Вам доброго утречка, всего хорошего, чтобы у вас было хорошее настроение. Хорошо. Это проект «Игры реальности», вы нас, наверное, о нас уже слышали. Вот это разговор, а то 300 рублей. Это ладно, у меня здоровье, я вот выдержал в 300 рублей. А жене моей сказали бы, она сейчас инсульт. Итак, мы заходим в маршрутку. Синюшка. За двоих. Я еду в маршрутке с мамочкой. Она улыбается, говорит мамочке, да, смеется, и все хорошо. А где-то Миско? Где у нас Миско? Кажется, кто-то сюда заходит. Мы идем так, кто-то выходит. Проходите скорей, проходите, я пускаю. Я просто не знаю, я все говорю. Если вам нравится, вы можете нам помочь. Если вам нравится, вы можете нам помочь. Просто сделать одну вещь такую. Просто на Миско на килограмм или другую, да. Вот-вот. Накинь на Миско, накинь на Миско. Накинь на Миско. Тысяч, супер номер, смотрите, я сейчас силой мысли закрою эту дверь. Обратите внимание, так, внимание. Всем показываю. Силой мысли. Ух ты, полтишок! Спасибо! Спасибо вам огромное! Приехали? Да, двери сейчас откроются, смотри. Да ты вгонишь. Серьезно? О, видал? Да, да, это волшебство. Выходи. Наконец-то! Мы вышли из маршрутки. Так, ладно, Вась, да. Я умею драться. Это очень хорошо, это очень хорошо. Да? А я умею договариваться. А я еще бежать умею. Это тоже прекрасно. У меня с бегом проблемы. Ох, какие... Простите, это шутка, это шутка. Простите. Мы ради бога извиняемся. Ладно, это. Пошли! Все, ладно. Блин, ты видел ее взгляд? Она уже звонила уже магам, все уже. Мага! В автобусной компании, и вам озвучили автобусные цены. Это замечательно, что директор наш об этом не знает. Любимцы спят давно, ночь хороша, а где-то в жулебе. Слышу стрельба. Нам бы по щам какими-нибудь танцами. Какие танцы? Что? Что ты несешь? 55. Какие танцы? Танцев. 55 с танцами? Что это? 55 танцев. Дурак. Я бы не хотел встретиться с 55 танцами. Там или и с 55 немцами. Немцами, теперь немцами. Вот смотри, вот наше место. Здравствуйте, уважаемые люди, уважаемые пассажиры. Мы из проекта «Игры реальности». Сегодня нам поступило задание заработать на килограмм мяса. Вот вам сразу денег на килограмм мяса. Вы же очень веселые. Простите. Вы такие классные, что мы с вами хотим поговорить. Просто мы очень торопимся. Нам не нужно много денег, нам нужно заработать только на килограмм мяса. Если вдруг у кого-нибудь есть с собой килограмм мяса, мы с радостью примем его в дар, и задание будет выполнено. Уважаемые пассажиры, итак, Юрий, начинай. Я не лягу под ноги к тебе. На килограмм мяса. Никогда. Не надо много. Вот так раненым сердце тобой. Килограмм мяса. Буду страдать. Курицы. Я не знаю. Что у тебя на уме? Да? Да и не хочу. На килограмм мяса подкиньте. Я просто привязал у тебя к себе, что всю жизнь целовать. Тихо. Тихо, Поль, тихо. Шш. С днём матери вас, с прошедшим. Вся тебе. Все, давай, забивай. Там коп идёт. О, тихо, я ничего. Не лягу давай, под пей. Ноги к тебе. Никогда ты бежать умеешь? Да. Вот так. Мы не замечаем. Раненый в сердце тобой. Там идет. Буду там страдать. Идет. Нет, он просто идет. 200 пи. Давай. Тра-та-та-ра-т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 а-та-
Да. Девушка, милая, спасибо вам огромное. 30 хватит? Нам сколько угодно. Самое главное, у нас, представляете, у нас задание сегодня заработать на килограмм мяса. И не хочу. Здравствуйте, вы можете помочь нам? А? Девушка, милая, спасибо вам огромное. Я вы даже не дорожку все. Вообще не надо. Нам килограмм мяса надо всего лишь. Вы сможете нам помочь буквально чем-нибудь? Нам нужно заработать на килограмм мяса. Ничего, спасибо вам большое. Море, возьми меня в дальние дали. Так, помогите, пожалуйста, заработать на килограмм мяса. Вместе с собой. Нам всего лишь, нам не надо много. Наше задание заработать на килограмм мяса. И все. Килограмм мяса. Кто у кого и сколько есть. Кто как сможет. Реально. Спасибо по-братски вообще. Игры реальности. Спасибо большое. Огромное. Спасибо. Охренеть. У нас есть мясо. 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 Реально. Охренеть просто. Смотри. 250. Плюс тот полтишок. Доставай его, положи в шапку. Ирина Петрова, мы смогли только что заработать на килограмм мяса, надо его еще купить. Никакого обмана, килограмм мяса только что. Здравствуйте, можно нам два невидимых бургера? Одну невидимую колу. Сырная Мэри и сырный Джо. Четыре невидимых пирожка с вишней. Спасибо огромное, Бургер Кинг всегда на высоте. Бургер Кинг лучший. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Если вдруг какую-то маму не поздравили, мы поздравляем ее с Днем Матери. Мы лично вас поздравляем с Днем Матери. Мамочка, я уверен, что ваши детки просто были очень заняты. Они завтра вам позвонят и поздравят вас с Днем Матери. Не переживайте. Всем хорошего настроения. И подскажите, пожалуйста, как заработать двум людям на килограмм мяса? Нам сегодня дали задание заработать на килограмм мяса. Как это сделать? Нам надо купить килограмм мяса, то есть килограмм курицы нам надо купить, например, то есть тушку. Я вижу мясо на углях, Василий Васильевич. Ну нахрена мясо на углях? А это что, нормально сейчас? Ага, мясо свежее, смотри, смотри, а? Смотри, что там написано. Прочитай вслух, пожалуйста. Мясо свежее, мясо, ладно, ладно. Здравствуйте, можно пройти? Или здесь фейс-контроль? Здравствуйте. Добрый день, Чис. Смотри. Брат. Можно нам, подожди, я сразу все сделаю красиво. Давай, дед. Девушка милая, здравствуйте. Вы прекрасная. Вы замечательная. Мы бы хотели у вас купить... Кролика. Купить вот того цыпленка. Они стоят 310 вот рублей. Это? Да мы курицу... А, подожди. А вот цыплята домашние. Вы не хотите сказать? Слушай, Васильевич, не хватит, лучше бедер. 160 рублей. Тогда давайте ровно килограмм. 6 бедер. По 208. Прекрасно. Прекрасно. Она оставила нам наследство, очень большие деньги. Но адвокатская контора под руководством Изольды Кац хочет отобрать наши бабки. А эти деньги мы сегодня заработали в переходе. Сколько там? 8 рублей в переходе еще дают деньги? Да. Спасибо огромное. Игры реальности. В гугле пишите, и там все будет. Разрешите? Здравствуйте. Мы все уходим, мы больше не вернемся. Мы заработали килограмм мяса. Можно снять это? Ковзу. Ладно, Диан. Ладно, пошли в ту сторону. Стой, погоди. Да, вы... Кое-что мне надо. Мне кое-что надо. Что? Итак, мы купили килограмм мяса. У нас все получилось. Вышли удачно на охоту. Львы несут добычу домой. Фух, ладно, мы идем сейчас на маршрутку, да? Короче, этот день мы приняли таковым. Мы можем теперь сами зарабатывать и ездить как люди на маршрутке, платить деньги и делать это нормально. Вот и все.